Привет, друзья! С вами Лина Рода. Я очень рада, что вам понравилось первое видео о жизни, и поэтому я решила снять вторую часть. Да ладно! Поехали! Жиза – это когда ты что-то пролил и вытираешь носком. Капитан, у нас проблема! Вода на борту Титаника! Мы тонем! Не беда! Для всего есть решение, матрос! Соберись тряпкой и просто вытри носком! Капитанские носки. Мягкие и удобные. Всего за 999 рублей. Звони прямо сейчас и получи клизму в подарок. Жиза – это когда ты находишь Пикачу в игре Pokemon Go и у тебя садится батарея. Да, Пикачу! Вы там сейчас, наверное, пишете «Вот идиот». Это очень грустно. Прям травма на всю жизнь. Жиза – это когда ты поздно приходишь домой и знаешь, что родители уже спят. Наоборот, когда ты спишь, а родителей уже нет. Жиза – это когда ты на диете. Да блин, да что это такое-то, а? Посреди-то ночи. Это совсем не то, что ты подумал. Я сейчас все объясню. Я жирная. Жиза – это когда задумался о смысле жизни. Жизнь – несправедливая штука. Но нельзя сдаваться, ведь, как говорил Кант, только радостное сердце способно находить удовольствие в добре. Хорошая мысль. Мыслить значит говорить самим собой, слышать самого себя. 2/3 пути я продолжала спрашивать у самой себя, кто я такая на самом деле и что... Да блин, какого черта мозг? Давай уже спать! Жиза – это когда где-то решают мировые проблемы, а ты сидишь и ешь печеньки. Мам, а можно я себе хомячка заведу? И дай трубочку, вот это пить неинтересно. Жиза – это когда Т9 исправляет слово, которое не нужно исправлять. Ты жрешь диких собак, банан, дэнди, мелководье, лох. Чё? Жиза – это когда на день рождения тебя просят сказать тост, а ты просто тупишь. Здорово, я тут, короче, сказать этим, ну, вы сами понимаете. И я очень рада, потому что я... Хорошо все, да. Тост. Жиза – это когда ты вспоминаешь о том, как бесполезно провел свое лето. 175-й паучок, 176-й, 177-й, мам, я кушать хочу! 178-й паучок, 179-й паучок, 180-й – это мой рекорд. Жиза – это когда ты снимаешь видео на улице, а прохожие думают, что ты просто дурачок с камерой. Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как ходит робот. Поехали! Ну, в принципе, так оно и есть. Жиза – это когда ты пропустил 16 звонков от мамы. Видео было заблокировано, так как в данном материале присутствуют сцены насилия и жестокости. Жиза – это когда ночью кто-то стучит в дверь. Run. Ты что, дурак, что ли? Жиза – это когда во время летних каникул ты теряешь контроль над временем. Блин, а какой сегодня день? Не знаю, по-моему, август. Жиза – это когда ты улыбаешься человеку, а он думает, что ты идиот. А он улыбается тебе в ответ, чтобы разрулить ситуацию без крови. О боже, стой на месте. Что делать? Нужно валить. Жиза – это когда ты не придумал последнюю жизу и пытаешься спасти ситуацию фокусом. Смотрите, Джастин Бибер! Магия. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте большой палец вверх и делитесь им со своими друзьями. Для вас это какие-то 6 секунд, а для меня это огромная мотивация снимать новые видео. А также подписывайтесь на мой канал и комментируйте. С вами была Лина Рода, peace out. Ну а что сказать-то? Привет.